Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, третий выпуск «Состав на удачу» и снова новые правила. Да ты заебал! Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Сразу же по традиции выбираем гражданство, которое у нас будет сегодня в выпуске. Раз, два, три. Это будет у нас Франция. Франции у нас еще не было, поэтому берем. Как обычно, ставим прайс в 100 тысяч и находим нашего игрока, который будет сегодня топом. Это, блять, кумир. Блан, значит, да, 700 тысяч. Вот это сейчас будет потно. На кону кумир, ребята. Я буду потеть изо всех сил. Итак, для начала определимся со схемой. Раз, два, три. Эта схема у нас будет... Блять, еще и такая охуенная схема. 5-2-1-2. Кто-то в комментариях писал по поводу того, что скучает по бронзе. Окей, давайте так. Два бронзовых игрока, два серебряных, остальные все золотые. Позиции будут рандомные, поэтому погнали. Первый бронзовый французский игрок. Следующий у нас серебряный игрок. Это Мандания. Мандания, 1700 монет. Дальше у нас идет золотой игрок. Это у нас Дембеле. Дембеле это хорошо, но куда ставить его, я вообще не знаю. Ну и, собственно, второй бронзовый игрок в нашем составе. Это цапник Палет. Центр будет состоять у нас из бронзовых бичей. Просто охуенно. Ну и, собственно, серебряный сразу же давайте найдем и посмотрим, кто это будет. ЦЗшник со скоростью 32. Ну и оставшиеся позиции будут золотого качества. Голкипер. Блять. Первый центральный защитник. Сако. Угу. Дальше у нас идет ЛФЗ. Минди. Окей, Минди это еще куда ни шло. Им хотя бы играть можно. Так, переходим на правый фланг. Я вообще не знаю адекватных ПЗшников французов, поэтому это будет грустно, наверное. Хотя Малькуит не самый плохой вариант, скажу я вам. Ну и, собственно, последний центральный защитник. Это у нас Юмтити. Это будет сложно. Я уже это чувствую. Два матча. Если хотя бы один проигрываю, то блан. Всего доброго. Чего? Алекс Хантер в Атлетико? Так тоже можно было? Я знаю лишь то, что Сане сейчас может мне забить. Это гол. У, штанга. Ребятки, мне уже потно. Ваняму остановите, пожалуйста. Хорошо, кто ты такой? Я не знаю. Нет, только не бить, только не бить. Блан летит на Дембеле. Давай, 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 беги. И просто забей, пожалуйста. Ебаный Дембеле. Спасибо тебе огромное за то, что заслал мне. Ой-ой-ой, как плохо в центре все у меня. Ушел. Пожалуйста, нет, не давайте бить. Мне повезло. Так, ладно. Мой стул начинает немножко пригорать от такой игры соперника. Нет, вот это очень плохо. Это очень плохо. Голкипер, спасибо. Ну все, пизда. Все, просто пизда. Охуенно. Блять, голкипер! Ну чё за хуйню ты пропустил? Кажется, кое-кто обосрался. Хороший подкат. Но, блядь, ну сука, ну... Это очень плохо. Дембеле, давай, хороший пас. Пожалуйста, только забей. Просто забей. Офсайд. Ну ёб твою мать. Мой соперник, наверное, смотрит на мой состав и охуевает. Типа, какого хуя? У него, типа, кумир в составе и такие бичи. Что он делает? Так, пожалуйста, Дембеле. Ну! Ну забейте кто-нибудь, блядь! Сука, у меня сейчас не по-детски начнет пригорать от этого говна, блядь. Хороший пас. Хорошо. Просто забей. Просто забей. Молодец, все. От штанги, но мы забили. Так, 2-1. Шансы есть. 32-я минута. Еще ничего не ясно. Тише. Чуть не обосрался. Так. Так, блан, лонгшот. Хорош, блядь, блан! Не хочет он от меня уходить. 41-я минута. Фу, хорош, блядь. Вот это пот, парни, просто пиздец. Самая главная проблема, это, конечно, у меня в центре. Просто пустота. Посмотрите, какой пиздец. Защитник, ну нахуя ты делаешь автоподкат? Пиздец, пиздец. Все, первый тайм заканчивается. Блядь, я перехватил инициативу. Надо дожимать этого парня. Угу. И давай, блан, еще один лонгшот. Бля, парни. Блан просто охуенный. Просто охуеннейший. Вы посмотрите, что он творит. В одиночку разносит, блядь. Ушел, ушел, ушел. Хорошо, прострел. Все, братан. Вот это я показываю настоящий мастер-класс. 4-2. Фу, соперник.
Соперник, иди нахуй, соперник. Просто иди нахуй, соперник. Попу 1КВ, братан. Фуф, если я не ошибаюсь, это рейдж-квит. Охренеть, парни. Это пиздец. Я реально думал, что мне придется квиксельнуть Блана. Я своим пацанам раздал стили сыгранности. Надеюсь, они помогут затащить мне второй матч. Пожалуйста, дайте мне слабого соперника. Ну, блять, это, конечно, не слабый соперник, но... Играть можно. Первый матч был пиздец какой потный, несмотря на то, что я его выиграл. Надеюсь, что здесь будет чуть попроще. Блан, у тебя крутые лонгшоты. Бля, парни, его лонгшоты это просто что-то невероятное. Вторая минута, сразу же лонгшот. Так, ушел хорошо. Блан, блин, он в защите и в атаке отрабатывает. Я прям впечатлен трудоспособностью данного парня. Блять, как Марсиаля остановить? Как остановить Марсиаля, блять? Нет. Это был сейв. Это был сейв от голкипера. Пиздец, я таких сейвов даже от дыхи, наверное, не видел. Выноси. Тихо, успокойся, парень. Мандания. Манда ебаная. Давай, братан, хороший прострел. Не, ну это было слишком глупо. Так, серебряный бич. Серебряный бич на Блана. Ну, да, блядь, нет. Забей. Гол, я думал, штанга сейчас будет. И девяточка, кто это? Я не знаю, кто это забивает. По-моему, бронзовый какой-то бичара. Тут немножко, конечно, повезло мне с отскоком. Но неважно, даже КТ прибежал. Марсиаль, это гол, наверное, он хорошо. Финтанулся, нет, Сако, блядь, даже Сако умудряется охуенно играть в этом матче. Манда, я не знаю, он левоногий, правоногий. Хуй его знает ноги. Гол! Чувак, все, просто до свидания. Просто до свидания. Привоз, нет, пожалуйста. Я в шоке, как играют мои центральные защитники. Не-не-не, подожди. Перекладина! У-ху-ху, парни, мне так везет. Мне так везет, это просто пиздец. Это просто тотальнейший пиздец. Неужели гандикап ко мне подрулился? Нет, все. Так, ладно, поставили меня на место. 3-1. Зря я выебывался. Так. Ну, блин, ну, дриблинг. Что такое дриблинг для этого бронзового бича? Это абсолютно незнакомое слово. Это было понятно. Дембеле, левая нога. Хорошо. Ой, блядь, вот это провал. Это провал, это гол. Блядь, 4-2, сука. Мне нужна водичка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нет, пожалуйста. Только не начинайте вот эти вот приколюхи на последних минутах. Ну, конечно, минуты не последние, но все же. Если не законтрим. Пожалуйста. Не было ничего, не было фола. Хорошо, блядь. Какой пас? Дембеле! Дембеле! 5-2! Все! Теперь-то точно, блядь, надеюсь, конец, блядь. Заебала эта нервотрепка меня уже, блядь. Дембеле отлично отыграл, несмотря на то, что он не на full chemistry, ебошит как на все 100, блядь. Хэт-трик от Манданы по ассистам. Гол от Байраби, я даже не знаю, кто это такой, блядь. Ну и, собственно, Паулайн 9-4, пацаны, посмотрите, блядь. 6 отборов из 8. 6 из 8. Вы только вдумайтесь, у серебряного бича, блядь. Я только что увидел силу этого бича и охуел. 29! Несмотря на то, что у него сила хуевая, 1 гол плюс 3 ассиста. Это довольно-таки неплохая статистика. 1 плюс 1 у абсолютно бронзового бича тоже довольно-таки неплохо. Ну и Блан, конечно, с Дембеле феерили вовсю. 2 матча, 3 гола, 2 ассиста. 2 матча, 5 голов и 3 ассиста. И это еще учитывая, что у него не фулл кемистри. Ну и как вы понимаете, Блана я оставляю. Не хотелось мне терять этого парня. 700 тысяч, это как бы был такой нормальный удар по бюджету. Но я сам придумал эту рубрику, сам придумал эти правила. Поэтому пришлось потеть и камбэчить. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Поддержите его лайком. Я старался, пытался показать вам максимальный скилл. Ну, надеюсь, что у меня это получилось. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, всегда обнимаю. Всем хорошего настроения. Покидываю.